А перед просмотром этого видео я хотел бы вас попросить зайти и подписаться на канал Анархиста. Здесь вы сможете найти такие мини-игры, как Skywars, Build Battle, Голодные игры и многие другие. Ссылочка на него в описании, заходите и подписывайтесь. А мы приступаем к просмотру. А, вам что-то надо, да? Наверное, новую серию. Ну, давайте приступим, ребята. С вами снова Эдисон. И добро пожаловать вроде в 26-ю серию по счету, если я не забыл, как правильно считать. И сейчас, дайте-ка я надену наушнички, мы будем подготавливаться к ограблению, как видите. Паскуда. Нет, не как вы видите, паскуда. А как видите, я уже добрался до места, где... купите 3 комбинезона. Где мы будем покупать комбинезоны для того, чтобы так, это тут, для того, чтобы выполнять задания, которые нам поручили. Наши татушки пропали? Нет, вроде не пропали. Так, комбинезончик. Нам нужно 3 комбинезона, да? Ага, это не комбинезон, вот. Давайте такой купим, такой и такой купим. Дальше. Выйдите за мунации. Вы что, нас выгоняете? Ну ладно, выйдем. Да, давайте сохранимся, сразу сохранение. Садимся в наш драндулетик. Мы выполнили задание, ребята. Всем спасибо за просмотр. Всем уды нет, ну конечно, еще пока что нет. Спецовки, спецовки. И нажимайся. И сейчас вот тут у нас есть. И вот тут у нас есть. Ух. До одного сколько? До одного я не знаю, сколько тут метров. Но до этого, короче, 100% намного больше. До этого 100% больше. Почти 2000 метров. О, ща, давайте, послушай. Sorry. Так, ну, ща, то я как-то смотрю, камера не совсем правильно стоит. Кто там бренчит на балалайке? Вы слышите, кто там, кто-то там бренчит на, блин, на балалайке? Уже не бренчит. Паника. Поехали. Ребята, нам нужно сейчас как можно быстрее приехать туда, к месту, куда нам нужно. Это километры и 200 метров. В принципе, не так уж и много. Дайте я камеру поправлю немного, а то она как-то пьяненькая, если немного, как я смотрю. Но... все же. Поехали, ребята. Нам еще осталось 1 километр. В принципе, не так уж и много. И мы будем продолжать. Дайте-ка я его... мы будем продолжать выполнять дополнительные задания. У нас же вроде сейчас доступны сразу 2 ограбления. Первое ограбление это то, которое запланировал Тревор. То есть... на подлодке что-то там украсть, да, или что-то в этом роде, или мы это уже выполнили. Ну, короче, что-то в этом роде, ребята, я пока что не имею понятия. А второе ограбление это то, что нам предоставило ФБР, да, вот сейчас заняться этим, потом что-то угнать какую-то... А куда я вообще приехал? А почему я... А, ладно. Ай, это нам, наверное, что-то угнать нужно. Я просто так-напросто еду, как будто фиг его знает. Это нам, наверное, это какая-то двигающаяся цель. Еле выговорил. Да, это двигающаяся цель, которую нужно сейчас будет догнать и... Спи украсть. И давайте мы, в принципе... Да, это вот этот мусоровоз. Украдите мусоровоз, да. Ну, это, как я уже, ребята, сказал, это то ограбление, или что это задание, которое нам предоставило ФБР. Кем они вообще связались, я как-то не имею понятия. Дебилы, ну дебилы, что с них взять? Мы на позитиве такие двигаемся, они на... Ты чё тут байкуешь, да? Ну, ладно. Не с тем они связались, ребята. Не с тем. А куда нам нужно его доставить? Вроде фиг его знает. Ладно, в предыдущей серии мы быстренько выполнили одно
мини-дополнительное задание. Это найти подходящую машину, спрятать ее подходящую, чтобы потом после задания можно на ней было быстренько скрыться. Также сразу же на начале серии мы выполнили прям мини-мини-мини-мини такое задание. Это купить 3 спецовки. И сейчас мы выполняем еще одно задание, которое мы, можно сказать, уже практически выполнили. Это украсть мусоровоз и куда-то его доставить. Сейчас, ребята... А после этого у нас там еще вроде одно из мини-задания, да, потому что перед этим заданием я же выбирал, куда нам ехать. Или за мусоровозом, или за каким-то другим заданием. И сейчас, ребята, как только мы выполним вот это, сразу же поедем на другое. Вряд ли мы в этой серии, вряд ли мы в этой серии сможем уже сделать ограбление. Это, в принципе, много времени, мне кажется, займет. Но постараемся хотя бы что-то сделать. Ой. Выйдите. Ну, мы вышли, дальше что? Так, спрячем оружие. Конечно, выполнено. Задание, конечно же, выполнено. Дальше. Ху, а, ну, сейчас конференция опять. Sanitation truck's there now, so don't you bother. Круто, молодец, Тревор. И нет, у нас еще два мини-задания. Дополнительных, точнее, да, вот это. Ух ты, долго ехать. А вы знаете, что я умею телепортироваться, я умею прыгать с одной точки мира в GTA 5 в другую. Это такая специальная способность, не верите? Ну, в принципе, смотрите. Один, два. Подъезжаем сейчас на... Да, украдите эвакуатор. Приветики! Приветики и ничего в ответики. Ну ладно, мы хотя бы быстренько поздоровались с этим мужичком. И сейчас мы будем отгонять наш эвакуатор. 3000... Нам на этом куске ржавого корыта нужно сейчас будет ехать 3 километра. На этой какашке 3 километра. Ребята, я, наверное, опять телепортнусь. Не зря же у меня есть вот это умение. Вы согласны? 600 метров, мы уже практически добрались до места. Нам опять нужно сохранить вот этот эвакуатор в том же месте, где мы сохранили мусоровоз, да? И сейчас, вот именно после этого мини-задания у нас уже будет еще последнее. Вот после этого у нас будет последнее мини-задание. Так, стоять тихонечко. И вот тогда уже будет ограбление. Выйдите из эвакуатора. Вы нас опять выгоняете. А как вам не стыдно выгонять Эдисона каждый раз? Выйдите с магазина, выйдите с эвакуатора. Так, сейчас конференция. Смотрите, не верите? Смотрите, конференция. Прям... Я знал. Это же я GTA 5 создавал. Да не знали, ну... Ладно. Вы поверили, это не я был, ребята. Ну как можно было в это поверить? Я не пред... 4 километра. Как они запарились с этими поей туда, привези вот то, поей туда, сбегай туда. Эй, пацан, сгоняй-ка за пивком. И мы должны туда бежать. Ну, ладно, давайте опять телепортнемся. Ты какая-то паскуда, то есть я думал, это так будет просто, но это оказалось не очень просто. Я думал, сейчас на расслабончике я это все сделаю, это оказалось не так уж и просто. Сейчас. Чипути. Быстренько. Я не знаю, сможем мы догнать вот это. Вот это. Ух, три звезды. Это будет долгая погоня.
Во! А что я забрал? Ну, может, я что-то... Так, сейчас, давайте... А, мне жопа. Дайте я хоть заберу вот это. Что это такое? Сколько я бабла забрал? Я забрал 4000. А сейчас, когда я воскрешусь в больнице, у нас заберет 5000. Нет, 1200. Выгодно, да. Очень выгодно, ребята. Очень сильно выгодно, да. Ну, в принципе, три куска мы заработали, учитывая то, что мы когда очень просто убежали от полиции, все, что от нас требовалось, это просто-напросто убить себя, да? Стоять. Я сказал стоять. Выбираемся. Какая крутая тачуля. Жирную бабу мы пнули и забрали ее крутую машиночку. Крутую, да? Сильно крутую. И сейчас мы едем наконец-то на наше задание. Все, и сейчас, ребята, без всяких приключений не будем мы ничего грабить, а просто-напросто... А сейчас как можно быстрее просто-напросто туда доедем. Там 2 километра, ну, практически 2 километра, поэтому давайте мы скоротим время. Ребят, мы уже практически тут, и я бы хотел вам сказать, что мне нравится вот эта машинка. Я не знаю почему, но она мне очень сильно нравится. Хоть она и такая старенькая, но почему-то она мне реально нравится. Я ее потом, может, даже найду, протюнингую, опа, и поставлю себе в гараж. Но перед этим, ребята, нам нужно 3 маски купить. Давайте, давайте мы сейчас что-то крутое купим. Стоять, а почему я... Во. Без маски, зеленый монстр. Нам нужно купить 3 маски. Давайте купим какие-то крутые. Какие-то крутые. Ну давайте. Горит. Нет. Так. Ну давайте. Вот эту купим. Поросенка купим. И вот это купим. Круто. Как раз для всех троих будут прям какие-то животные. Так, опять пресс-конференция. А, все, мы выполнили, да? Ага, но пока что задание еще недоступно. А ну дайте-ка я секундочку посмотрю, сколько уже серия идет. Ребятушечки, мы еще успеем выполнить вот это задание. Конечно, к сожалению, не ограбление, потому что ограбление у нас еще пока что недоступно. То есть, стоять. А мы только позвонили Майклу, и он сказал, что он уже там начнет там делать терки и всякое, узнавать про ограбление, что и как, и когда мы можем приступить к его выполнению, да? И сейчас, пока он это все делает, то давайте мы быстренько выполним вот это задание. Посмотрим, что новенького у Флойда. Да, ты Тревор, прав, Тревор. О, а, вот сейчас будет, ага. You know, you're so late, in fact, you have no right to call me, bro. Is that clear? Shut the fuck up. You're like a broken fucking record. Oh, yeah? Well, you're like a shit. Exactly like a shit. Where's the assistant? On his way. Kid idolized his... creeps. Yo, Frankie, oh, we were just talking about you. Ah, nattering. You know how it is. Yeah, whatever, man. So what we doing here? We're working, amigo. Amigo? Taking a score. Yeah. А, так мы вот это выполняем. А, да, это... То есть, да, действительно, у нас два ограбления сейчас доступны. Вот это и вот ФБР. Но оно еще пока недоступно, значит, будем вот это выполнять. We're doing it my way, because as I recall the last time when we did it your way, we all got shot at, you got buried, resurrected, turned into a twat, and Brad ended up in a fucking prison! Yeah, and Lester told us not to do that job, but we did it anyway. And Lester seems pretty good, man. Would you shut the fuck up, alright? And you, Michael, owe me, alright? So this time, we do things my way. Yeah, and what about after this? After this, we think about things.
So what's the plan? Easy. Easy. Ну, планчик такой себе, в принципе, нормально. Santos Harbor. All right? Now, Daddy's little helper, you're going to be on the bridge, all right? You're the lookout. You're boarding the freighter and planting charges. Me, I'm running the deep water salvage operation with a little help from my friends. You, fat man, of course, well, you're not one of those friends. Which part is easy, though? Oh, for fuck's, where'd you get the pussy, Mikey? Fuck you! Ah, better! I like that! Fuck you! Good! Good! All right, now let's go make some money, ladies, huh? Brilliant. Don't be a dick. Oh, your wish is my commando, master! Let's go, Junior! Hey, wait! Get Michael a wetsuit, all right? Take him to the boat. Oh. Так. Hurry it up! We need some transport, don't we? Hold on. Сейчас, а... Куда нам нужно? В машиночку сесть? Ага. Ну сядьте, ну ладно, сейчас сядем в машиночку. Давай, давай! Франклин, потопали. 2 километра нам опять нужно пилить и пилить. Ну пускай они там пока побазарят, да? I got an eye for details, kid. Little details like your brick of glow being drywall. Okay, man. I'm grateful for that, dog. But buying cocaine is a whole different thing from sinking a container ship into a harbor. Да, мы его взрывать будем? Нифига себе. What's inside? Cool, so what's the thing, man? I don't know what it is. Сюда? But I know it's important. You heard of Meriwether? Yeah, maybe. Meriwether Security Consulting, the company our government uses to fight its shady interests all over the planet. They're the army? They're right? Врежусь, на такой скорости, как на этом мосте. Ну, пока что, наверное, не врежусь. А если навстречку пойти, сумасшедший Эдисон? Но мне кажется, и так не врежусь, потому что... Транспорта тут практически нету, поэтому это простенько. Очень-очень простенько. Так. Ух ты, нам сюда? Вернитесь в подходящее транспортное средство. Ага, вот куда нам нужно, посередине моста. То есть припарковаться вот там не нужно, именно нужно посередине моста, да? Пройдите к снайперской позиции. Ага, то есть нам за Франклина нужно туда вниз спуститься. Сейчас куда? Опять вниз. А, не, все норм. Hey, dog, I'm in position. Let me know when you're ready. Ага, то есть это уже ограбление, да? All right, F, I'm in position. Damn, that's a long way up. So make sure I don't run into any trouble when I get there. Fucking Trevor. All right, I got you, homie. Ух ты, вот сейчас будет круто, тень, ребята. Используйте пришло бы перестрелить на время, но удерживая изменить масштаб прицела. Ага, так, используйте, чтобы перемещать прицел. Используйте одновременно, удерживая, чтобы изменять масштаб прицела. Жмите, чтобы выстрелить. Double kill. It's clear, man. Climb aboard. Things I do for old friends. Одна пуля, два убийства. I got 4 bombs to plant, kid. 4 заряда, парень, следи, чтобы со мной ничего не случилось. При установке бомб можно выбирать между Франклином, ага, между Майклом и Франклином. Так, вот, куда нам нужно? First bomb ready to go. Круто. Дальше. Так, прикроем, прикроем. Так, там еще кто-то был. Вот где-то вот. Вот хрен его знает где. Так, переключаемся. Ой, спрыгнули не очень круто. Прикрой нас, Франклин, прикрой нас, Франклин. О, нужно дабл килл, мне кажется. Ну или вот так. Ну, вроде нормально. Так, дальше. Майкл. А, Майкл сам двигается, это круто.
То есть он не стоит как, не знаю, как... Ой, сейчас, дайте вот так. А, он не стоит как какой-то укопанный, да, что мог. Подождем, пока кто-то там на другом персонаже пристрелит вот этих мудил, чтобы я дальше смог двигаться и установить бомбу. Нет, он нормально будет дальше двигаться и выполнять задание, которое ему нужно. Вот давайте от первого лица. Чтобы было вообще... Как? Как он меня запалил? А, ну норм. Как он меня запалил вообще? Ну вот это простенько было. Все, то есть глобальной тревоги нету, как я понял. Это меня радует. I gotta go inside for the last one. Hey, come over to my side of the ship. I'll clear the entrance for you. Так, сейчас, давайте мы за Франклина прикроем Майкла. Вот там кто-то... Где он? Я как-то никого... Ага, вот. Вот, сейчас. Подстрелил заразу. Подстрелил заразу. Опа! Снайпер! Эдисон! Дальше. Ага, нам наверх нужно, да? Ух, тут там, мне кажется, сейчас тут много будет охранников. О, прикрывай, пью. Ага, ну и вот тревога, круто, как всегда. Ух ты! Где? Убил? Где? Вижу. Убил? Давай. Убил? Больше пока что не вижу никого. Ага, вот едет машинка. Где она? Как-то я слишком ошибся. Не машинка, а вертолет. Где? Убил. Прям какой-то новая часть фильма «Неудержимые». Где он? Вижу. Прикрываю. Прикрываю, чувак, не волнуйся. Убил. Еще там кто-то один был. Убил. Замочил. Дальше, где еще один? Я его как-то не... А, вот, вижу. Ай, вот. Вот, убил. Дальше. Вот сейчас не вижу. Ух. Ага, вот. Как? Подорвать. Смотрим. Круто. Согласен, круто. Прям Титаник. Вторая часть. Возвращение легенды. Дальше. Давайте, показывайте, что нам дальше делать. Ну тут точно нет первого лица, ребята. Давайте вот так. А куда нам нужно? Тут 43 обломка. Okay.
Я пока что не представляю, как нам всплывать. А то он только на дно, в смысле, идет. Как всплывать? Ага, просто камеру направить. Ага, понял. Тупой Эдисон сразу не понял, что и как делать. Но, извиняюсь, ребята. Это вот эта хрень, да? Да. Это оно. 100%. Ух ты, Тревор, здрасте, мордасти. Вы что-то тут забыли, месье. Находясь в подлодке, используйте, чтобы всплыть и чтобы... Ага, контрол, чтобы погружать, нифига себе. Так, мы правильно? Вроде правильно. Так, сейчас. Вот он. Нет, где оно? Все? Он так просто разговаривает. Давайте доставьте устройство в безопасный сектор. Ну ладно, доставляем. Главное сейчас тут никуда не стукнуться. Ага, а как всплывать? Вроде на shift нужно было всплывать. Сейчас я как-то это не замечаю. А, вот куда нам нужно? А, нам просто, наверное, не разрешают всплывать, потому что нам нужно под водой находиться. Я понял, понял. Хотя вот мы вроде немного всплываем, да. Ну, ладно. Сейчас нам нужно опуститься. Вот куда нам нужно. Нам в колечко нужно войти в колечко. Прямо в колечко нам нужно войти, ребята. Вытаскивайте! Смотрите на дебила Тревора, ничего новенького. Сумасшедший есть. Сумасшедший, безумный. Hey, is that Master? What? I mean, what the fuck you doing here? You should be in bed. Yes, I should be. I work with certain known associates were busy making themselves enemies of the state. The FIB, Meriwether, IAA, you can fuck with them all day long, but. When you try and steal an experimental super weapon and sell it to the Chinese, you and everyone you ever knew is gonna be fucked in the ass, you fucking chumps! Hold on, man. A super weapon? The Chinese? What? What'd you think is in there? I thought he talked to you. All right, man. So what now? Well, maybe I can organize to have it taken back and found amongst the wreckage. Жопа там видна. Как тебе не стыдно, Лестер? Holding on and looking good, huh? Do you have any idea what you did here? Yeah? I pulled a score. What, are you jealous because you didn't get your 20%? If that thing doesn't go back, then we will all end up on every watch list in the entire planet. Watch list? So fucking what? So they don't watch, they kill. Idiot, we'll all be dead within a week. Think! Listen. Take the truck, take a guy, do what you gotta do. Trevor, all loaded up. Trevor. Great. Then you and the patient can take it all back. Right fucking now. So you mean to tell me this shit was all for nothing? I mean, it's the hood all over again. Fuck. Крутое дельце, если честно, очень крутое. Michael, I am old. What you gonna do, huh? What you gonna do? Something. I gotta get Franklin some work too. I'll take this. Yeah, yeah. Lots of mouths to feed, amigo. Tell me about it. Fuck! Ограбление состоялось. Круто.
Ну вот сейчас, ребята, мы на этом будем уже заканчивать эту серию. Это 1000000%. То есть, ну мне почему-то сохранение не предлагают. Но я надеюсь, что я сейчас смогу сохраниться. Ребята, если вы хотите новую серию GTA 5, точнее следующую, как можно быстрее, сегодня-завтра, поставьте, пожалуйста, лайк. Я буду очень этому сильно рад. Дайте мне поговорить, пожалуйста. Конченый ты, Майкл. Иди в пень, дай мне закончить серию. Ух. Ребята, честное слово, если вы хотите новую серию как можно быстрее, поставьте, пожалуйста, лайк. Это большая для меня мотивация, я буду очень сильно рад. И, как я уже много раз говорил, дайте-ка я вспомню. Это большая мотивация для меня, и это больше новых видео для вас. Да, ребята. Поэтому оставляйте свои комментарии. Я, наверное, один из немногих ютуберов, который читает каждый комментарий. Поэтому, если вы имеете какой-то вопрос и хотите что-то у меня спросить, просто напишите комментарий. Я постараюсь его прочитать и также на него ответить. Вступайте в нашу бандерку тех перцев, в нашу большую дружную семью. Все, что от вас требуется, просто-напросто на меня подписаться. Я буду этому очень сильно рад. И сегодня, точнее, мне не дадут закончить серию, поэтому нужно как можно быстрее. Ребята, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.